Так мне, знаешь, что прикол, нет? Они мне приглашают, вот мы там разговариваем, там пьем вино, допустим, потом смотрим какой-то фильм. Я вижу, что они, Аня, ложись, я на середину. То есть Саша сбоку, Аня сбоку. Я понимаю, что... Разводит, разводит. Я изначально себе так подала, у меня были... Но они поняли, что со мной просто общаться. И все, ну все равно, знаешь, отношение ко мне, он такой... Хорошая ребятка. Ой, блядь, что мне должно быть с ними встретиться? Я типа в отрезании, я ничего, как не буду, нашусь такой... Это вы Иисусы? Оба! Они реально похожи, Агнес, они вот так же сам, вот Саша выпьет, так же сам примерно выражает. Ой, блядь! Одного взяли на фонд, мы как-то пухали, а он чисто, блядь, гомофоб ебаный. И... А ему нравилась девчонка, и она его подстрекала. Он узнал меня, и она такая, типа, я с тобой поцелуюсь, если ты поцелуешься с Димой. Он такой, Софим! Я такой, шо он такой? Открывай рот. Я такой, а мне похуй, давай. Блядь, вот как Серега меня с Ксюшей, так я тебя буду Серегой теперь. Иди, блядь, иди, мамочку. Они мои друзья, блядь. Приезжает там, получается, женатая пара. Они мои, то есть я их знаю очень давно. И для меня, типа, и для меня трахаться с ними, типа, в одной кровати, типа, либо вот, для меня это как, ну, ой. Обычно. Ой, нет. А, нет, наоборот. Ой, ой. То есть, изначально... Он в время их знал просто как. Да, они никогда не... Ну, у нас никогда не было разговора об этом, у него тем. То есть они приехали, они были на проекте. Да? Да. Это, их узнали, они были куда-то и назад. Их узнали, их начали типа скрины кидать. Там да, трехлетней да, давности, да? Что они тут не смогли победить? Ну, типа, на путях, когда семья... Ну, типа, да, нет такого, что... Я же говорю, мне нравятся вот, вот эти люди, которые смотрят, они... Ну, у них нет такой агрессивной цели использовать кому-то. Они больше, ну, да, расположены к тому, что общение, диалоги, знаешь, типа, у них нет такого, давайте найдем и идем, блядь. Я никогда не боялся того, что меня могут найти. В любом случае могут найти. Конечно. Что-то не понимала, ты можешь идти на улицу, а будешь только... фотографировать твое лицо и найти типа на Изи ВК. Да, просто да, на Изи. В бесплатной программе составляет твое лицо. Серьезно, вот, есть такая? Конечно. Твой ВК, Инстаграм, Одноклассники, все будет. Была история. Ты говорила про типа, который к нам заходил? Да, да, да. Вот. А вы нашли? Нашли. Ты мне рассказывала про это. Было уже потом. У него жена и ребенок. Он сам, сам с Питера. Да? Нет, куда? Куда, блядь? Не, мы не закрепим, мы участники. Такая, ну, что запрещено? Это не то, чтобы запрещено, это непонятно. Короче, очень дикая хуйня, что это непонятно, как связано с законом. То есть... Это налоговая. Ну, налоговая только может ебать, все. Типа вы получите деньги, не уплачивая налог. И это-то типа и только это. А то, что... Хорошо. Вы не попробовали написать мне там что-то? Нет. Нет, я выберу. Он наверху. Он так и поцарапался. Угу. О, вот это все на камеру, а потом...
Я так пьян. Что, за сигареты имеете? Да. Держу. Куда жопу исчезла? Там очень. Где жопа, блядь? У тебя. Жопа где? У тебя. Где жопа? Вот так вот.
например, Егор, тебе пишет, вот, хочу быть с тобой, я согласен с тобой же тем. Ты не применяешь, да? Я люблю. Он любит меня, да он тут... Я не могу. Я вчера пошла гулять. Я не думала, да? Он всегда делает вид, он бывает как гладит. Я делаю им вечер. Я да, он сам себе так участвует, но раньше был таким романтиком. То, что он изменял, я тебе говорю, это к отношениям мало. Я заметила то, что он сказал, в его словах было видно, то, что для него это не особо что-то знает. Именно, знаешь, особенно тем более, а сам он любит, он может понимать, что не знаю, вот сердцем любить, как он меня это было, я не могу понять, потому что он непонятно, то ли ему опыт, или ему не стал. Ну, в самом деле, оказывается, Ой, хочешь, он говорит, да, нет, дело не в этом. Я говорю, а в чем? Он такой...
Она чисто девственная бутылка. Ей как будто всего 5 лет. Она еще ломается. Я не буду открывать, как я женщина. А, Дмитрий, это вы? Жарко нас тут. Куда? Это же пиздец. Это конец недели? Это еще не конец, да? Это вообще?
ребята, делитесь, давайте, я вам тут тоже сделаю деньги. Молодец, Агнесса, так и нужно их. А ты знаешь, я не против. Так, поделись. Разреться и сидеть голой. Пожалуйста. Просто. Раздевайся, ты голый. Может, под я даже. Можем играть в карту раздеваться. Да голова. Может, на голову. Сразу подлетит. Сколько? Сто баксов. Нет. Я не думаю, что там миллионеры все такие. Хотя, нам идет самый маленький донат. Мы, участники, все участники, куда-то 500. Есть второй стол. Хорошо, давайте в следующий раз я прихожу просто в компанию, тогда легко. Вообще лучше сделать. Обещаю, я смотреть не буду. Да. Честно. Честно, я очень типа тип. Иди не смотри, я все время смотрю в одну точку. И не вижу. Знаешь, Дима! Дима, прием! Деньги были так не дебильские. Это квартира 250, плюс коммуналка, 8-10. Если бы вы не платили вообще шоколад. Типа за месяц? Да, вот последний вот такой. Короче, штука минимум точка. Ну, то есть вам плюс по-любому 800 есть? Конечно, больше. Какого хрена вам не хватает? Ты чё? Чем больше денег, тем больше потребностей. Так было всегда, так было везде, так было повсюду. У тебя есть определенная сумма. Смотри, есть вот, за месяц последний 1400 рублей. Охренеть. Есть определенная сумма. Это уже деньги улетают. Да. Разумеется, на что? Я же говорю, есть... Мы получили вчера. Получили сколько? 250 долларов. На хату сразу. Сколько, понятно? У нас осталось на неделю 50 долларов. Мы пошли купили шмоток, все. Шмоток и купили 50. Шмоток уже купить, если в принципе на месяц как минимум хватает. Ну, допустим, он один пример. Сейчас тебе, допустим, сколько? 250, теперь тебя там лететь нужно сделать. Мне нужно купить почти казальный телефон и... В принципе, там по мелочи покрасить. Я говорю, больше денег, больше потребностей. Я это понял, да, короче, я устраивался на работу. На творческие силы, военные. Вот, я получал 2500, 2400. Для меня это за деньги. Я тебе! Я месяц проходит, я такой, что хуйня? Да, это нахуй. У меня долгов больше нахуй, чем было до этого. Потом устраивается на станцию. Я такой, нихуя опять не залезется на меня одного. Я так тоже было. Смогу жить, не тужить, блядь. Сосать нахуй, хата, блядь. Тысяча. Нет, у меня хата вообще не хватает. А у меня на хату. Не хватает. Тут же так же. То есть вырастает потребность. Вот так же, Агнесса такая. Хочу пойти в спортзал. Или там мне нужно на ресницы, шукальник, хуяльник, вот. С ума, все больше. Ушло. Месяц. Оно как? Мы сидим, лень готовить, Гол закажет. Все, значит. И нет такого, что там даже если остаются последние 50 долларов, мне такой, опу, ебать. Я знаю, что вот, следующая зарплата там, следующий четверг. Я знаю, что 200 долларов будут в следующий четверг. Хватит. У меня нет такого, что здесь еще, у нас есть самое стабильное. Я сейчас беру нахуй реально куча девок, которые хотят, и буду их курировать, блядь, чтоб мне еще копейка какая-то шла. У меня две уже хотят, на руками все. Что они все хочется, такие, да ладно, вот так, 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 вот
Ну еще вот так вот, вот так вот. А я самая умная, без знаю. Да. So да не нахуй, ты ебал. Я, кстати, один из самых... Это фотошоп. Я хожу. Порезбежка. Как класс. Короче, порезбежка и кожа, и нервы. А по уровню кожа нашла. Вы видите, что кожа не нашла. Как сказал, что меня не очень отчет. Я Я его нарисовала тогда, короче, он такой в маске, типа как, короче, отметила его, он после этого на меня подписался, и вот пишет, что он вообще в Португалии говорит, типа, обязательно это приезд, очень крутой вид, это очень круто, это все дела. Кстати, знаменитый человек. Напишу про Джуми, да? Пусть приедет, не ждет. Нет, просто реально, я очень восхищаюсь такими людьми, которые я как бы, да, он мой мир, что мне нравится его рекламы. Мне нравится его музыка, но Спасибо.
Я говорю, у меня главная цель, это не то, чтобы... Я знаю, что мы потрахаемся. Но чтобы я хочу, чтобы было полное доверие. Поэтому я так тебе располагаю. Просто... Я такой цветочек аленький просто. Я такой... Ты мне туда, ну чё ты? Ты вообще шедевр. Ты самое лучшее, что было в моей жизни. Правда? Правда. Я люблю все такое вот решение, все. Ну, типа, никогда мужик не выгодит. Я дошла с университета, когда у меня пары были очень долго, до 7 часов вечера. Когда была зима и снело очень рано. Я шла, у меня путь домой идет через гаражи. Ну, то есть можно я ходить, но, короче, через гаражи. Я шла, и там просто тупо неспокойно, и тут внезапно, короче, какой-то мужик с бородой. Просто вот меня прижимает к этим гаражам, душит и говорит, я тебя не вижу, ты не бойся. А у меня просто ступор, я знала, что если кто-то так делает, я его по-любому не знаю. Да, что... А у меня ступор, я ничего не могу делать, у меня душит, начинает седать, целовать. Я... Да, и он говорит, я тебя не вижу, я все хорошо, знаешь, либо трусит, я вижу, либо он наркоман. Но походу, по-моему, под наркотиком каким-то был. Я его пытаюсь отталкивать, я его вот так вот прижимаю, не знаешь, куда ты такой. Он ничего не чувствует как будто. И потом в какой-то момент, не знаю, либо у него пересечение, вот он от меня отходит, я начинаю убегать. Он говорит, я тебя не обижу, извини, прости, типа, я неплохой. И просто у меня после этого мешок, меня трусит всю, я меня все эти две недели... Я такой попал. Да, я тебя просто в макушку пришел. Да. Шок меня ёбнуло. И он начинает мне определенные типа стандарты, стереотипы, типа, например, я знаю, что мы с ней потратимся, или я не так, спокойно уйду. А у людей вот такие вот, которые знают, что я хочу, и он этого не получает никогда. Ну, девушек меньше такого. Ну, вот девушек, маньяков меньше. Потому что у вас другая культа. У вас есть... Если, ну, типа, реально... Смотри, если ты симпатичный, у тебя сиськи вагина, но тебе никуда делать не приходит. Есть парень сексуальный, блядь, брутальный. Огромный какой-то полохулина. Именно так, типа, утрированно. Типа, ему все равно нужно уделить внимание, уделить как-то рассказывать, чтобы девушка такая, ну, вот она. Ну, я даю только посмотреть. Ну, проблема в вине, потому что никто же, они тут по политикам никакой личности не разбились почему-то. Они не понимают, что парни и девушки по-разному относятся к сексу. Оно по-разному работает. Это не оправдывает насилие, потому что какие-то есть, какие-то есть, но оно пора, почему парни хотят потратить опасность? Я, короче, недавно лежал, короче, лежу, я такой думаю, насколько наше общество тупорыло, что вот смотри, у нас есть очень много, типа, разнообразных тем, которые, ну, ошибки, которые мы пытаемся исправить. И главная ошибка — это измена. Ну, с
самое главное. Сериалы, мультфильмы, везде одна ебучая да, измена. И почему мы не берем как-то типа это в общее внимание и такие типа, стоп, раз это все делают, значит, ну как-то нужно с этим бороться. Типа да, значит, ну да, ну типа бороться в принципе, не типа что это плохо. А что это типа одна адекватная ситуация? Главное, блядь, просто я не могу пример предоставить какой-то. Мы вчера смотрели, мне просто мозг взрывало понятно. Там реально подумать, насчет того, там раскрывать такой момент, что время это. Не надо, не раскрывай. Нет, я просто расскажу, это вкратце, там непонятно, что я говорю. Время это просто какой-то показатель, который нам внедрили в голову. Но на самом деле Оливер существует. И там наподобие этого рассказывается история про человека, который просто. Короче, вам нужно поскорее. Типа, времени нет. Да. Мы живем вне времени. Время придумано для облегчения нашей жизни. Короче, там человек принял какой-то наркотик, который просто потерял вот эту вот банальность время. И он мог оказаться, он мог, короче, предположить любое будущее свое и какое-то прошлое, и мог его изменить. Короче, ну, сколько находит вес, короче, он стирает вот это время, как мы живем, типа, вот, у нас часы, у нас 60 минут, ровно, все, через час будет 7, допустим. Почему есть, типа, теория матрицы? Да. Потому что мы живем в единицах и нулях. Все, что нас связывает, это единицы, единицы и нули. Все. До сих пор, типа, теория держится на ветру, никто ее опровергнуть не может, но она существует. Что типа мы можем являться матрицей другого человека, либо мы и есть матрица. То есть ты можешь жить на самом деле, ты живешь, ты живой человек. Но то, что я тебе сейчас говорю, то есть то, что вот я тебе говорю, что мы живем в матрице, это проекция своего мозга. То есть ты борешься со своей матрицей. Ну там настолько бывают такие моменты, что чувствуешь себя не очень. Передозы некоторые моменты, что ну, вы знаете, что это такое, какая-то тема, и поймете, что это прочувствуете, но это такой момент, поэтому он такие. Это очень стрёмно. Очень странно. Особенно люди, которые задумываются об этом, это намного страшнее. Потому что если люди гопники, кто вообще это не ебет, я считаю просто массой, которая просто пропадает в текстуре ебаной. А есть люди, которые об этом задумываются, мне это страшно с тем, что это ты задумываешься об этом, либо это она задумывается о том, что ты задумываешься. Это я проекция или она проекция? То есть матрица складывается, типа, не реализовывается только вокруг одного человека. То есть нет других людей. Ты живешь в матрице, матрица вокруг тебя. Да. То есть нет такого, что мы можем быть вдвоем в одной матрице. Такого не существует. Либо я в матрице, либо ты в матрице. Понимаешь? Типа, либо я в голове тебе задумываюсь, что ты знаешь, что такое матрица, потому что я заложил тебе через твой мозг, что это матрица. Либо ты думаешь, что я матрица, заложена в твоей голове, что ты матрица. Ну, короче... И никто не может ответить. Никогда не узнает. Ну, типа, эффект Мандела до сих пор в башке. Это... Когда ты увидел, что было так, а на самом деле было совсем не так. Да. Самый легкий пример, это очень он такой, типа, знаешь, игра... как это игра? Монополия. Типа, вот как выглядит главный герой из Монополии? Старичок. Что у него есть на глазу? Там очки, может или нет очков, монокль или нет монокль. Как ты помнишь, имеет монокль? Стандартная монополия. Если он не помнит стандартную монополию, то он не знает. Нет, я очень играла. Нет, есть монополия. Я тоже не играла. Я тоже не играла. Короче... Половина людей помнят, что был монополь, а на самом деле его нет. Так же, как и синдром Манделы по поводу «Звездных войн», где этот Дарт Вейдер говорит: «Люк, я твой отец». Дарт Вейдер никогда такую фразу не говорил. Никогда. Никогда.
Никогда он не говорил. У меня такая хуйня со шрегом. Вроде бы голос, голоса те же самые, что он звучит, но я помню, что некоторые фразы были сказаны по-другому. И стоп, я уверена, что они были... Я думаю, где эта озвучка? Я хочу посмотреть, как я в детстве смотрела. Я знаю, вот фразу вот такую, ты знаешь, что она по-другому звучит сейчас. Это же затруднено. Так он мёрз. Мы на пульте чуваком. Ну страшно. Страшно, типа... Поэтому, блядь, столько всего в виде некую заёбываться с каким-то, блядь, мелочам просто. А что это реально интересно. Самое странное, что меня не запугает, что, ну, почему-то есть люди, человек, люди, которые, типа, ну, типа, ну, он был, ну, всё, и, типа, у них в голове вообще пустота. Пустота, не космические, блядь, астероиды. Не что-то типа какого-то... Знаешь, форма... программы, знаешь, да, да. Каких-то людей, они просто есть... Там пизды, выпил, забитую жену, детей, хватит, вот, всё. Вот, всё, они больше ничего не могут сделать. Таких, да, хуя, и как будто бы они какие-то NPC сложенные. Они просто ходят... Я бы тоже так думала, серьёзно. Типа они просто ходят, даже подходишь время, спрашиваешь, 13:21. Да-да-да, всё, да-да-да. Я думаю, познакомишься, я не знакомлюсь. Нет, да? Такой, ой... Что-то я поломал, походу. Я сейчас такое ощущение, что мы под наркотой, я не знаю, какие я думала, что это самое. Я пробовала, я сижу, короче, у меня столько мыслей, охуенно, я такая умная, блядь. Столько думаю, нихуя я, блядь, молодец, молодец. Сразу сознание расширяю, что это такое. А теория, что? Представьте, что? Под наркотиками, то, что вы видите, это и есть реальность. А на трезвую голову, ой, типа кислород является наркотиком. Кислород действует ваши действия, ну, да, типа, да. Вы видите то, что вы видите, я а под наркотиками, типа, вы видите реальность, вы видите суть проблемы. Мне, короче, была такая теория, мне каждый день снятся сны настолько вот глубокие, настолько вот я все помню, даже вплоть до того, что я ощущаю воздух во снах. Воду во снах прочищаю. И у меня была такая теория... Вот обоссалась. Нет. Это шутка. И, короче, была такая теория, то, что во сне мы на самом деле в реальности. А сейчас, вот, когда мы проснулись... Нет, я так лучше. Нет, мы типа, на самом деле, это сон и сон. Вот у меня такое, ну, такая теория. И я прям... Потому что мне реально каждый день снятся свой. Каждый день. Я наоборот, я вообще вот... Я не вижу, что паранормально, но я так вот хотел увидеть, что такое паранормально. Я хотел бы испугаться, обосраться. Оно не паранормально. Оно просто выше нашего понимания. Ну, не паранормально, в смысле, это не понятно. У нас есть очень сильное самовнушение в этом говорить. Только из-за того внушения мы можем своим телом делать все, что угодно. Самовнушение влияет на твое физическое тело. Ты веришь в Бога, ты можешь спасти самолета, потому что ты верил. Ты знала! Да. Вот такая штука. Нам еще в детском родителе рассказали, что Бог говорил людям, короче, если бы у вас была хотя бы типа крупица, как птичная зерно веры, настоящей веры, а не потому что сказали, вы бы могли типа горы. Да, да, вот такие есть. Самовнушение. Да, самовнушение. У меня, у моей подруги была мамка, которая заболела раком. Раком. Она болела раком. У нее был второй стадий рака. Она ходила к этому секту, из-за самовнушения. Просто исчез! Исчез! И типа, она говорит, я не знаю, как это объяснить. Я говорю, да я знаю. У меня возникла. Есть маленькая такая возникая. Подсознание может тихо. Нахерай. Скажи это тихо, пожалуйста. Это мои. Подожди. Я хочу спить. Давай ты телефон берешь.
Я почитала эту книгу, там она затянута немножко, как бы. Еще вот такая книга, вот такая, она современная, там. И такая, ну, знаешь, мне хотелось понять, о чем суть, я не хочу читать этот книгу, мне для меня не было затянуто. Просто нужно это делать на практике, прочитать это одно, я там прочитала половину. Но я понимаю, что нужно взять и делать, а она не дает вот так вот. Ну, на самом деле, у меня вот, вот эта книга, которую я прочитала, типа, она вот меня прям вдохновила на все. Вот я начала верить в то, что реально мысли, они материализуются. Да, что мысли, Вова так не умеет. Я его сколько учила, он все время думает, что вначале плохо, у него все идет по пизде. Я говорю, Вова, не просто так будет. Я всегда, хоть у меня, может быть, не всегда так получается, но если так будет позитивно, и мне в большинстве. Знаешь, почему я может быть? Потому что что, это другой, это будет. Я думаю, потому что я не хочу думать плохо, и ты живешь. Ты думаешь плохо, Дима, я не... Да, нахуй ты не делаешь. Тебе плохо от того, что ты подумаешь. Мне будет не да, да. Почему ты сказать, как же я вот такие не верю, мне я тоже не знаю, как это будет, но будет. Я не помню, не знаю, как уже. Чуть не как не что будем делать? Ну, для этого все хорошо, все будет заебись, спокойно, все сделаем. И я такой сижу, и я такой думаю, ебать, опять работать. Ну, типа, я только настроился вот на вот это, и я такой, опять что-то делать, опять работать не хочу. Я так очко начал вязать, и я говорю, все будет заебись, все будет хорошо. А его опять поимпокую, потому что не стало, это сделка. Да, я... Понимаешь, как получится? Молодец, девка! Да, давай, Дима! Я пошла. Вообще, если ты сказала, что мне страшно, я случайно работаю, то я бы не сделала. Так что, девочка? Я такой типа думаю, типа... Все, короче, я такой, ну, это пизда. Если что только не... Я сколько я трахнулся? Неделю, полторы? Один день! Я ебался один день? Да, ты вообще... Я такой, серьезно? Он такой, да. У меня аж нахуй, блядь. Сколько назад? 3-4 дня мы там нашли. Мы нет, раньше нашли, но только начали искать. Там 2 дня прошло, и я уже шел, типа, блядь, к этому деду квартиру смотреть.
И он мне показал, все фотографировал скин, он говорит, все подходит. Я ему говорю, все подходит. Он говорит, 400 баксов, я ему говорю, 400 баксов, все. Все, мы все, мы разъезжаем, съезжаем. Короче, мы должны были подключить 26 марта, либо 7 апреля. Я говорю, нужно 26, а я еще работаю. Понимал, я отсюда в Петровске ездил. Это пизда какая-то. Хуйта ебаная, я должен быть 8 утра, и я прихожу, я такой, так. Все, сегодня мы устанавливаем камеры. Время 3 часа, а я бегаю, ебусь с ними. То есть, типа, там что-то предпоследний день или последний, я такой, нахуй. Да, а Грэн такой, да встань, да плохо, тут до 7-го, я такой, нет, я хочу сегодня, я хочу сейчас. О, да, он умеет доводить до конца, я тебе говорю. Я говорю, все, вот сегодня закончу, я уже, блядь, просплю, не выяснюсь, я хочу сегодня. Все, я все заканчиваю, все утверждается, Женя, все, все утверждается. Типа, я говорю, когда подключается онлайн, все. Он говорит, я еду на работу, он говорит, вы онлайн. Это первая неделя. Ощущал себя восхитительно, да? Потому что я не теряюсь ни как-то. Мы приехали 21-го, 26-го мы уже все подключили. Чего вы начали? Ничего, я просто... То есть, самое прикол в том, что я об этом мечтал очень долго, я знал... Я бы начал с другого. Ну, там были какие-то Все, не А работает на них только рэпом, да, у кого. Из-за того, что, короче, ну кто будет в Америке, не ваши, где типа в Европе, типа за, ну, статистически, блядь, уборщик в какой-то Европе или Америке работает больше. На одного человека. Какой смысл не нужен. А вот как типа СНГ, там 1200 баксов на двоих, 1000 долларов на двоих, это нормально. А типа в Европе и Америке это копейки, ёбаные какие-то, что это за деньги. Поэтому оно и будет каким-то типа приоритетом. Ну было в первое время, я такой, где-то... Реально, если бы занялись ещё чем-то, мы могли бы быть реальными миллионерами стать. Это пока, это короче как работает, смотри. У меня как бы, я все время я что Я решил просто 2-3 месяца. Вот я хочу чисто жить. Я хочу ничего не делать. Я хочу деградацию, конечно. Мне уже надоело. Типа я уже начинаю. Я думала, что я буду работать, еще дополнительно тут. Нихуя это не работает. Повернуться, ты на там на том члене прыгаешь, сосешь, я просто сижу, общаюсь, типа, как бы. Я не буду работать для того, чтобы найти дополнительный заработок. Нет, я не буду относиться к этой работе, занятию, просто к работе. У меня нет цели найти себе дополнительный заработок.